Ладога. Первый выход на лед. Утро. 9 утра, еще темно. Это пока не рыбацкое счастье, но уже близко к этому. Вот. Стоят жерлицы. Я остановился, флажок. Ну что? Покоцано, нет? Не покоцано? Берег Ладоги. Рыбаки ловят щук. А это трещина, и разлилась вода по трещине. Но лед толстый. Спокойно. Рыбалка подходит к концу. Держимся еще, да? Дима ушел далеко, но что-то у него на снегу ни одной рыбки. Дома уже. А окуни? Окуни одни, да? Ну да. Я... Ой, глянь, дышит еще. Ой-ой-ой-ой-ой. Видео снимаешь? Да.